Здравствуйте, меня зовут Александр Горбунов, и сегодня я покажу вам классный прилесной земельный участок в Новой Москве с отличными видовыми характеристиками. Адрес участка: город Москва, поселение Краснопохорское, деревня Поляны. Это всего 30 километров от Московской кольцевой дороги по скоростному Калужскому шоссе. Продается земельный участок площадью 80 соток правильной формы в тихом живописном месте вдали от соседей. Размеры участка: 110 метров по фасаду, справа и слева стороны 75 и 85 метров. С тыльной стороны граница длиной 88 метров граничит с огромным лесным массивом. Лес преимущественно хвойный. Рельеф ровный, с несущественным склоном в сторону небольшой речки Желитовка. Территория огорожена деревянным забором на металлических столбах. На участке есть небольшая баня и хозблок. Ближняя к реке сторона участка имеет существенный перепад высот. Террасированный рельеф значительно улучшает видовые характеристики участка. Коммуникации. Электричество: 2 щитка по 15 кВт. Всего 30 кВт уже на участке. И еще 3 щитка по 15 кВт можно подать заявки на размежеванные участки в составе указанных 80 соток. В границе участка есть также магистральный газ. Уровень сотовой связи здесь отличный. Место: круглогодичный асфальтированный подъезд до участка. Городская инфраструктура всего в 7 километрах от участка в городе Троицке или в Красной Пахре. Большой лесной массив сразу за участком. Неподалеку есть пруд. Транспорт. Остановка расположена рядом с храмом в селе Былово. На автобусах можно доехать до города Троицка и далее до нескольких станций метро. Земельный участок в собственности с 2013 года, документы готовы к сделке. Не откладывайте свою жизнь на завтра, звоните мне уже сегодня, я с радостью покажу вам этот участок. Локация и кадастровый номер приведены в описании к видео.